Подозрительно никакой реакции. Вообще. Видимо, она тоже, как и я, глухая. Ну ладно. Погнали в сервис. Восемь утра. Утро раннее. У меня 4 передачи взад. Охренеть. Нравится мне вот эта музыка, такая спокойная, в то же время ритмичная. Здорово. Общий ремонт стоит примерно 4000 евро. Мне сейчас кредит нужно брать, водилу нанимать, гараж ремонтировать, две тачки покупать. Короче, я только колесами обойдусь, это 500 евро почти довольно дешево. Вот. Самое истертое, вот колеса. Все, с ремонтом закончили. С ремонтом закончили, далее необходимо пойти в банк. Так,
значит, кредит в размере 400 тысяч евро. На 70 дней. 70 дней мне в сделках. 300 в сделке по 5 тысяч. Я думаю... Сейчас, нет, подожди. Нужно посмотреть на самом деле на гаражи. Вот какие у меня гаражи. Так, значит, вот этот гараж одноместный в Дюссельдорфе. Прибыль в день 13 тысяч евро. Так. Вернемся в банк. Я думаю, я смогу платить такую сумму. Вот. Опыт уже есть. Да, я согласен с такими условиями. 12%, 6 тысяч евро в день, это половина заработка. Вот, то есть, я думаю... Пока отдадим 400, да, заработаем еще 400. Соглашаемся на 70 дней тряски. Кстати, игрового времени прошло гораздо меньше, чем там, где-то дней 30. А тут пол, то есть месяц, а там 2 месяца с лишним, 2,5 тряски в сделке. То есть довольно интересно. Но нужно расширяться, поэтому берем этот кредит. Вот. У меня довольно хорошая сумма такая получилась на счете. Так. Хорошо. Взяли кредит. Так, колеса отремонтировал, кредит взял. Теперь нужно ремонтировать гараж на эти деньги. Так. Так. Ремонт гаража. Вот, улучшить. То есть совершенствование этого гаража позволит разместить в нем еще 2 грузовика и 2 водил. А я вот не учитываю выплаты водителям при погашении кредита, так что вполне возможно, я до точки безубыточности буду долго работать. Но здесь не 200, сейчас 180, поэтому я ремонтирую. Практически на нуле, это на балансе буду работать, то есть заработок, отдача будет примерно одинаковой, пока кредит не выплачу. Кредит, конечно, большой, хороший, но надеюсь, потяну. 6 тысяч-то в сутки смогу платить точно. Погнали. Ремонтируем. Итак, в гараже теперь 3 места. Прибыль, конечно, недостаточная. Но если мы сейчас бросим усовершенствование, модернизацию бизнеса, то в этом случае мы получим единственное то, что у нас будет убыточный гараж. Чтобы он не был убыточным, необходимо, чтобы он работал. Так, значит, то, что я починил колеса, это хорошо, кредит хорошо. Гараж отремонтирован, но теперь нужно тягач купить. Нужно купить тягач. Я думаю, да, нужно купить тягач, грузовик, чтобы этот гараж поставить. Однако у меня только один грузовичок. Нужно купить еще один грузовик. Скания. Так, в Дюссельдорфе. Что тут еще? Так, здесь у нас Рено, Вольво, Скания, в Ганновере. Вот Мерин хочу, конечно, взять. Тот, который Majestic, модель, которую Мерседес купил у Majestic. Мне нравится, там приборная панель очень реалистичная. Как в семерочке в российской. Ладно, погнали. Нужно онлайн приобрести... Но нужно 5 грузовиков. Ну, ладно, хорошо. Тогда поехали.
поехали в Ганновер за грузовичком. Так, мне нужна Scania R. Примерно 200 тысяч у меня есть на эту Scania. Ну, где-то 180, так примерно. Так, смотрим, у нас Scania R Normal. Это просто другой цвет. Да. Неожиданно было, да? Ну хорошо, это чуть позже. Сейчас сначала нужно Scania. Highline. Highline. Normal. Highline. 25. А какой у меня уровень? А, там какой-то 13-й, 12-й. Так. Значит, вот этот вот... по прайсу он там... Я прервусь попить чайку с бутером, потом продолжим.